Пятиэтажка, окруженная высокими деревьями. С одной стороны вид из окон открывается на сквер Гудовича, с другой на тихий двор. На первый взгляд уютный и спокойный для жизни район. Но с недавних пор покой жильцам дома на Протопаева 60 только снится. Беспокойное и тревожное соседство. Стая ворон. Их активность проявляется с утра, где-то с 4:30-5 утра до 6. Это ор стоит невыносимый. И к вечеру вот они сюда вот прилетают. Вот у них здесь гнезда, весной здесь вообще невозможно ничего делать. От пернатых страдает все и все кругом. Тротуар сплошь белый, автолюбители вынуждены укрывать машины брезентом, иначе разоришься на мойке. Нам прислали любительскую видеосъемку. По ночам здесь можно снимать фильм ужасов. Еще несколько лет назад в окрестностях было не более 5 гнезд. Сейчас со счета сбились. Исчезли кукушки, дятел и даже голуби. Проходили отдыхающие, понимаете, упал или вороненок, или что-то. Он подбежал к нему, и слетели 2 или 3 ворона. Понимаете, мужчина был, отогнал их. Москвич Дмитрий отдыхает в Анапе, делится столичным опытом и предлагает радикальные меры решения проблемы. Там в Москве уже давно с этим справились, как бы, да. То есть у нас были случаи, там нападали вороны на людей, посыпали чего-то, все, и вороны все исчезли. За консультацией мы обратились к председателю правления Анапского общества охотников и рыболовов Александру Дадура. Вот эта проблема возникает практически каждый год. Каждый год граждане города Анапа жалуются на эту тему. Но это в основном не вороны, а грачи. И с каждым годом их численность растет. И они все больше и больше устраивают свои гнездовья на высотных деревьях, густо заросших. Вот такие места они и предпочитают. Вот. Ну, что мы можем сказать? Да, эта птица находится под законом. Уничтожать ее запрещено. В естественной среде обитания численность грачей регулирует пернатый хищник. А что делать городским жителям? Ну, может подключаться какие-то специализированные организации. Подъедут с вышками, разорят их гнезда. Может, произведут обрезку деревьев, уберут гущину. Похоже, пока это единственный способ борьбы с напастью.